Четверо из 10 работающих жителей Твери считают, что любовь важнее карьеры. Такое исследование провел портал «Суперджоб». У 38% опрошенных в приоритете любовь, а карьерные успехи отходят на второй план. Причем мужчины придерживаются этой позиции чаще. Так ли это на самом деле, мы проверили, выйдя на улицы нашего города. Если где-то, ну я не знаю, получается по карьере, то, конечно, будет больше душа лежать в карьере и хочется чего-то добиваться. Если семья, то значит семья. Семья. Почему? Объясните. Дети – мое счастье, моя жизнь, мое продолжение. Только семья. Карьера. Почему? В основном сейчас, нет, точнее тогда, люди пытались построить семью. И я считаю, осталось еще какое-то стереотипное мышление, что обязательно нужно родить детей, построить семью. Вот, и я за развитие, за карьеру. Семья. Ну, потому что близкие люди всегда будут рядом, а карьера там неизвестно, как повернется все в будущем. Семья однозначно, даже можете не спрашивать.